Я ручаюсь и за то, что он не будет воздействовать на свидетелей, не будет заниматься противозаконной деятельностью. Для такого поручительства у меня есть многолетние основания, связанные с тем, что я знаю о деятельности Люба Титиева в течение не менее чем 12 последних лет. Я знаю, что его деятельность всегда была направлена на выполнение всех законных требований, на соблюдение закона, на соблюдение Конституции Российской Федерации и, что самое главное, на защиту прав граждан в самых трудных и в самых тяжелых обстоятельствах. В частности, мне известно, что Юрий Титиев многократно защищал жителей Чеченской Республики во многих регионах Российской Федерации, когда по тем или иным обстоятельствам они попадали в исключительно сложные положения, в том числе и в их контактах, взаимодействии с правоохранительными органами. Он многократно защищал таких людей от пыток, от незаконного воздействия на них. И его деятельность снискала уважение и поддержку всего правозащитного сообщества Российской Федерации.